Из книги «Открытым оком», 10-й том, тема Лапкин книги, вопрос 2363. Появились ли в интернете отзывы о ваших книгах «Открытым оком» 7 и 8 тома «Жития святых во свете Библии»? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Еще и не все выставлены, но отзывов ни одного. А кто рядом и читал, то у всех остался один вопрос. Почему никто до меня на эту тему не говорил? Что и кто может сказать, когда так открыто выставлено в сравнении с Библией все тайное монашеское, ни звука? Да и хорошо, значит, у них, значит, есть у них совесть. Иов 33:5. Если можешь, отвечай мне и стань передо мною. Марка 10:39. Они отвечали: можем. Иов 32:15. Испугались, не отвечают более, перестали говорить. Неопалимая горит и не сгорает от той поры пустынной Моисея. Плоть человеческая породнилась раем, когда в нее божественное сеем. Дух Божий, устранив в душе преграды, храм устрояет в теле этом смертном. Из поломя клокочущего ада обугленных он превращает верных. Быть движимым не разумом и знанием, хотя и их не отрицаем сходу, но руководствуясь Божественным Писанием, в пустыне душ ведем живые воды, не гаснет огненное духа повеление, гореть и не сгорать любовью озаряясь, но остается даже малость с краю, весь, все и вся охвачена порывом услышать о нужде, о сбившихся с пути, достичь, помочь и выровнять, что криво, звездою путеводною светить у русских же неупиваемая чаша, насмешниками вправлена в киот, дух от нее пропитый и алкашный, не выпьет Русь, хотя запоем пьет, с неиссякаемой рекою благовестия не повстречались русские и за тысячелетия, не стали любящей и жаждущей невестой в духовном. Не развились мы в атлетов. Движение вспять, в леса и в подземелье поток монашеский чернеет до сих пор. Неупиваемую Русь тошнит и рвет с похмелья. Дошла до ручки чаши, лбом в укор. Не раз ее по пьянке заполняли. Столетия чадила дорогая, брела опухшая заросшими полями. С Евангелием повстречайся и отползешь от края. 17 июля 2004 года. Игнатий Лапкин.